как у нас устроена сетка, подъем сетки и натяжка. Такая буква Т из профиля. Здесь сделан выемку для троса. Трос буквой Т подбиваем. Такой регулятор. Цепочка. Цепочка в технологическое отверстие. И это у нас растопырка. Растопырка — это когда мы ее крутим, шпилька вот эта, где-то 12-я она, или она расширяется. Расширяется, и она в этой трубе застопорилась. За нее мы цепляем цепочку. Когда надо, цепочку регулируем звеньями, если надо, не только этим. Ну, там с той стороны то же самое. Чтобы меньше было усилий на вот эту растопырку, ее лучше вот так вдоль сетки. Потому что когда так ставишь, ее вырывало. Ну, в принципе, все.